Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Age World, и с вами я, Юрий Гимельфарб. Ну как, посмотрели выступление новой восходящей звезды российской политики Саши Спилберг в Государственной Думе? Посмотрели. Демонстрировать вам это выступление я не стану, хотя бы лишь только потому, что смотреть второй раз этот кошмар выше моих сил. Зачем этой девочке это нужно, это понятно. Это, безусловно, для нее крутейшая раскрутка, и после этого 5 миллионов ее подписчиков, естественно, я думаю, в их полку прибавится. А вот зачем это было нужно Государственной Думе, мне это непонятно. Хорошо, давайте вот посмотрим на ситуацию с другой стороны. Вот обратите внимание, понятно, что безграмотная, глупая девица, у которой только и хватает мозгов, чтобы собрать 5-миллионную аудиторию на то, чтобы она демонстрирует самое себя в пенной ванне за поеданием чипсов Лейс. Правда, мне не совсем ясно, это что было? Это реклама чипсов Лейс или это реклама пены или реклама ванны? Я не знаю, но это не важно. Зачем это нужно было депутатам? Зачем нужно было людям выставлять себя на всеобщее посмешище? Что, какую информацию они оттуда получат? Вот оттуда я имею в виду из этого тела. Потому что, вы меня простите, но когда я наблюдаю, что эта девочка зачитывает, заикаясь, между прочим, какое-то послание, ну... Я просто руками развожу. И сидят депутаты, и когда Володин с умным видом поддакивает и кивает головой, это, простите меня, это какая-то клоунада. Тем более, ну хорошо, давайте посмотрим на проблему иначе. Ребята, депутаты, вы хотите услышать мнение блогера? Да в чем проблема-то? Пожалуйста, вот есть Алексей Навальный. Выслушайте его. Выслушайте Камикадзе Ди. Выслушайте сотню других толковых и умных видеоблогеров, которые выступают и говорят серьезные вещи. Вы какую аудиторию хотите привлечь? Вы проанализировали аудиторию вот этой вот Саши Спилберг, или как там ее настоящее имя, я не знаю. Вы этого не сделали. Потому что, почему я так уверенно говорю? А потому что, если бы вы проанализировали ее аудиторию, то поняли, что основное количество потребителей вот этого, вот этой вот видеожвачки, это 12-15-летние подростки, которые просто-напросто любуются совершенно бессмысленным, никому не нужным, не несущим никакого месседжа, никакого посыла информации. И что? Это ваш электорат? Простите, они не имеют еще права голоса. Потому что ни один серьезный человек, да не то что серьезный, а вообще имеющий право голоса, он не станет тратить время для того, чтобы смотреть вот этот вот дикий бред, который единственное, с чем может конкурировать, это с детским сериалом про телепузиков. И вот вы, господа депутаты, вот вы слушали этого телепузика с умным видом. Что вы этим хотели доказать? Что? Ну объясните мне, я, может, пойму. Ответ – ничего. Вы пытаетесь выслушать мнение девочки, глупой девочки. Ах, она сказала про то, что не надо ходить на митинги для молодых. Ну да, конечно же, это вам как бальзам по сердцу. Но этот контингент, он и так не пойдет никуда. Это выстрел в холостую, выставив вас на всеобщее посмешище. Еще раз повторяю, для этой Сашеньки Спилберг выступление перед вами это пиар. А вот для вас это анти-пиар. Для вас устраивать подобное шоу явно противопоказано. Потому что любой нормальный человек, посмотрев вот это, скажет,
клоунада и ничего более не прибавить. Подписывайтесь на канал Мирошвод. До встречи!